Зима позиции не сдает, поэтому есть время покрасоваться на заснеженных улицах в меховых обновках. В Доме культуры «Родина» открылась выставка меха «Зимняя сказка». Моделей представлено много, на любой размер, вкус и кошелек. Тренд сезона – эко-дубленки и шубы из шерсти и эко-меха. Идеальный вариант одежды на конец зимы и раннюю весну. К тому же эти модели не требовательны в уходе. Легкие, теплые и практичные. И что немаловажно, качественно изготовлены, поэтому прослужат не один сезон. «Зимняя сказка» в очередной раз радует своих покупателей в городе Кирове. На выставке представлено более 400 изделий из норки по 50 тысяч рублей. Также изделия из шерсти и эко-меха от 5 тысяч рублей. Мы себя хорошо зарекомендовали, работая в Кирове. Люди нас знают. Работаем мы с 10 по 13 февраля включительно, с 10 до 19 часов. Ждем вас на выставке. К шубам и дубленкам тут же можно подобрать шапки. Вся продукция сертифицирована, после покупки будет действовать гарантия. В коллекции есть яркие модели. Розовую шубу из искусственного меха можно носить поясом, подчеркивая талию, а можно и без, в стиле оверсайз. Молочная шуба из шерсти до колен в кэжуал стиле универсальна и будет сочетаться с любой обувью и аксессуарами. Если хочется добавить изюминку в свой образ, стоит присмотреться к эко-дубленкам. Ну и неизменная классика – норковые шубы. В продаже даже есть разные варианты – длинные и короткие, приталенные и прямые, с капюшоном и без. Шубу можно купить в ДК «Родина» на втором этаже.